В рамках диалога на равных студенты Омского государственного педагогического университета встретились с сенатором от Омской области в Совете Федерального собрания Российской Федерации Виктором Назаровым. Собравшиеся обсудили поддержку молодежных инициатив в нашем регионе. У нас в Совете Федерации существует так называемое звено, это молодежный парламент, куда можно, если есть желание через нас, а можно попасть в этот молодежный парламент, когда он формируется, либо переформатируется. Через этот инструмент можно проводить вот эти молодежные инициативы. Плюс Валентина Ивановна Матвиенко, она всегда нас настраивает, и практически на каждом заседании для нас идет такой посыл – это работа с молодежью. Поэтому любая инициатива, которую вы считаете возможным и необходимым сегодня либо на законодательном уровне, либо, ну, как мы говорим, с помощью политического веса сенаторов и депутатов продвигать, безусловно, мы готовы вставать рядом и идти в этом направлении. В том числе у нас в фонде Манякина тоже есть молодежное направление, есть люди, кто отвечает за молодежь. Можно это трансформировать и через фонд, который тоже заинтересован в развитии молодежи и молодежных инициатив. Поэтому любой формат приветствуется, двери всегда открыты, готов обсуждать, готов привлекать специалистов для дальнейшего продвижения этих инициатив и облечения их в ту правовую форму, которая сегодня нам необходима. Через законодательное собрание Омской области и, соответственно, через Совет Федерации. На диалоге поговорили о профессии педагога, об образовании и о необходимости послевузовской отработки. Виктор Назаров поделился с молодежью своими секретами успеха. Просто получить диплом сегодня недостаточно, уверен спикер. Необходимо непрерывно развиваться, совершенствовать свои навыки и повышать профессиональный уровень. Только опережая других на шаг, можно добиться успеха. Диалог действительно был на равных, то есть мы могли задавать свободно те вопросы, которые именно волновали нас. Вопрос, который меня волновал на данный момент, это реализация проекта именно в стенах нашего университета. Зарождение этого проекта уже было в истории, то есть в 80-х годах наш пединститут на то время, он реализовал проект под, так скажем, название имел «Товарищ». Это был педотряд, то есть сформирован из 15 бойцов, студентов нашего университета. Они вели педсопровождение трудных подростков. То есть они работали над тем, чтобы ребята смогли адаптироваться в обществе и пересмотреть свои какие-то жизненные планы и момент того, чем они занимаются. И вывести ребят на новый уровень, на уровень того, чтобы они осмыслили свою деятельность, стали, так скажем, более осознанно подходить к своему выбору жизненному в дальнейшем.